На выходных досталось мэру затопленного Орска Василию Казупице. На этот раз от жителей города. Муж у меня за что погиб? За то, что ты свою тут прикрывал. И стоял, краснел. Жительница Орска распекала мэра на его встрече с населением. Тот удивился, что она до сих пор, спустя полмесяца после прихода большой воды, не получила никакой помощи от его же собственных чиновников. Никто не отвечает, а вы сидите, у вас все хорошо только. Имейте совесть уже, вы в белой рубашечке, а мы ходим 2 недели без денег, без всего. Без воды. На ВПшку нету денег. Муж за что погиб, муж за что погиб? За таких, как он. За то, что вот именно, ты сидишь в чистых штанах, и твой сын в Дубае. Пассаж про Дубай появился тут не просто так. Напомню, команда Навального выяснила, что сын Казупицы в марте купил квартиру в элитном ЖК в Эмиратах. У «Единой России» предсказуемо не оказалось к своему чиновнику никаких вопросов, а сам он записал видео о том, что гордится своими детьми. Ну и зачем-то еще сказал, что в Дубае тоже жить непросто. Уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат. Он сейчас там работает. Я горжусь тем, что мои дети всего добиваются сами. До этого чиновник разозлил жителей Орска тем, что ровно за 2 дня до наводнения прошелся по местной дамбе, заявил, что с ней все отлично и она выдержит паводок. Жители уже тогда предупреждали о протечках, а спустя 2 суток дамбу и вовсе прорвало. Часть города за несколько часов оказалась под водой. Паводок тем временем продолжается. В Курганской области уровень воды превышает опасные отметки. Спад у областного центра ожидается в ближайшие 2 суток. Жителей 18 сел ниже по течению от Кургана призвали эвакуироваться. В Тюменской области растет уровень воды. В городе Ишим обнаружили еще одну протечку дамбы. Следующий на очереди – Пермский край. Там ожидают затопления части поселка База у реки Яева. Пик половодья в регионе прогнозируют на 22-24 апреля. И если мэр Орска Казупица, несмотря на все, пока остается на своей должности, то вот глава всего региона Денис Паслер может лишиться кресла. Напомню, это тот самый губернатор Оренбургской области, который начал разговор с владельцами затопленных домов вот следующим образом. Телефоны все убрали. По данным ведомостей, Паслера могут уволить на фоне ситуации с паводком в Оренбурге. Источники газеты говорят также, что до ЧП он и сам просил об отставке, так как, цитирую, комфортнее чувствовал себя в бизнесе. Паслер не единственный в списке. В России, возможно, начинается явление, которое называют губернатора-падом. Те же ведомости сообщают, что в своих мест также могут лишиться главы Нижегородской и Калининградской областей. Первый, Глеб Никитин, по словам источников газеты, может пойти на повышение. Ведомости напоминают, что до губернаторства он работал замглавы Минпромторга. Также в федеральные органы власти может пойти глава Калининградской области Антон Алиханов, его отец Андрей, близкий знакомый первого замглавы правительства страны Игоря Шувалова. Также источники ведомостей называют фамилию главы Иркутской области Игоря Кобзева. Он тоже может уйти на повышение.